Сегодня нам мама на обед решила приготовить медведя желейно в форме Валерки. Как круто! Ой, какой хорошенький получился! Немножко вот здесь вот смешались два слоя. Ай-ай. Значит, какие тут слои? Кокосовый, с кокосом, как ни странно, и манговый. Сейчас мы это будем пробовать. Ой, какой хорошенький. Подожди, я подровняю. О. А, подровняю, в смысле, съем? Угу. Ой, вообще, мне кажется, крутой медведь. Класс, сейчас будем пробовать Валерку. Итак, Джалилю досталась лапка Валерки. Давай, пробуй. Она очень вкусная, я лучше попробую немного. Да? Ну, давай. Оказывается, кокос сохранил свою консистенцию. И он стал не желейным, а прям кокосовым. Я добавила стружку кокоса, перемолотую в эту Но я ожидал напиток. Прям желешку, но это классно. Ну давай пробуй. Я пока манго поем. Ну-ка. Манго попробую. Вкусно. Вкусно. А кокосик с манго? Ну-ка попробуй все вместе. Попробуй сейчас. Давай. Ну-ка. Сочетаются вкусы? Немного так. Немного так. Вот так вот. На следующий раз сделать это. Малину или клубничную там. Хорошо. Я переживала, что во время застывания слои желе смешаются. Белый с желтым. Но получилось очень даже хорошо. То есть даже если где-то и чуть-чуть есть неровности, но в целом идея полосатого медведя у меня получилась.